Сережа, расскажи, пожалуйста, куда ты идешь добровольцем? Да, куда? Куда все сейчас идут? Едем отечество освобождать от фашистских, немецких, американских, западных захватчиков. НАТОвских. НАТОвских, да. Вот едем именно туда, помогать нашей родине. Хорошо, России. Хорошо. То есть мы идем, не едем, едешь не с Украины воевать, получается? Так нет, конечно, с Украиной это что воевать? Это наши братья, братья-славяне, там все наши. Едем воевать с американцами, по сути, и с их как бы вассалами. Все это понимают. Коллективный Запад? Коллективный Запад, да, который нам жизнь вечно не дает. Нормально. Сергей, а вы туда политруком едете? Да, едем политруком. Будем идеологически, моральный дух закалять бойцов и понимать, что они воюют не с Украиной, а воюют они с Западом. С Америкой, с их вассалами. Что воюют не за ДНР? Да, а воюем за отечество, за которое наши деды воевали, вот зато мы и воюем сейчас. Все, в принципе, повторяется. История повторяется. Граница 45-го граница года. Граница 45-го года, конечно. Как Путин и сказал, Путин же так и сказал, в принципе. Это понимает, война. Понимает. Да, это освободительная война. Поэтому все это все скоро поймут. Это очевидно. Пока так. Как-то. Спасибо вам. Спасибо вам. Красавчик.